Давай. Всем доброго времени суток. С вами канал Артмания и моя семья. Димочка у нас опять все разбросал. Игрушки, правда, в одной куче пока что. Давай покажем, как машинка ездит. У нас такая вот машинка есть. Прям такие колеса классные. Вот, она у нас вот так заезжает. Тихо. Так она у нас заезжает. Да, Дим? Застряла. Поехала. Да? Аж сама ребенка начинает становиться. Как вспомнишь, как мы в детстве играли в эти машинки? Домики, помню, строили в песочнице. В обыкновенной земле, я помню, на даче дедуля. Газона не было в саду. И дедуля бросит. Куда пошел? Дима. Шланг под яблони. А там вода размоет. Ручейки такие сделает. Иди сюда. Сюда вот иди. Что там у тебя покажи? Да, да. Ой. Ручейки сделай, там в этих ручейках начинаем играть, что-то там лепить с машинками, там лодочками и все прочее. А потом дедуля начинает перекапывать и находит кучу игрушек. Дима, не трогай. Дима. Ай ты, господи. Находит потом кучу игрушек, значит, начинает, когда перекапывает. Да? Зал у нас уже тоже превратился в игровую. Все Димины игрушки приехали сюда, потому что он на кроватке подъезжает, начинает из ящика доставать игрушки. Его толкает, пинает, они падают, гремят. Вот, я просыпаюсь из-за этого. У нас такая вот штучка есть. Видишь, как она вот так. Вот ты, как она, смотри. А у Димы так не получается. Он ее бросает, и она тоже вертится. Да. Давай синенькая. Синенькая самая маленькая, она долго крутится. А ты на камеру смотришь, да? Как машинка твоя смотреть смотрится. Классно, да? Большая такая. Полы блестят так классно. И, кстати, в этой комнате нравятся полы. Когда их моешь, видно, где ты уже прошелся, а где нет. Пока идешь споласкивать тряпку. А вот в Диминой комнате там не видно. Также вчера делала обзор на коробку конфет Коркунов. Вот такие вот они. И делала обзор на чай. Вот. Чай в пакетиках. Здесь 8 штук. У нас была полностью каждого из 8 чая дегустация. Примерный аромат, как мне кажется, я рассказывала. И также у него будет в конце ролика описан его аромат с сайта, сайта-производителя. Вот. Обязательно посмотрите эти обзорчики. Они тоже выйдут где-то рядышком там с этим видео. Вот. Увидите. Вот так мы собираемся каждый раз. Дима сидит на табуреточке. Уже одетый. Сейчас мама ему сандалики оденет. И пересядет в колясочку. А здесь вот я одеваюсь, расчесываюсь. Такое у нас есть зеркальце в доме, в комнате. Ой, господи, в коридоре. Расчесываю свои волосы. Такие вот длинные. Вот. Сейчас мы с Димой пойдем гулять. Да? А потом на прививку. Педиатру, например. Не раздевайся, куда ты раздеваешься. Да?
Кто это тут? У тебя там комар? У тебя там комар сидит где-то? Только что видела. Дима грустный. Дима сегодня грустный у нас, да, Дима? Дима знает, что едет на прививку. Поэтому грустный очень. Еще у нас рот грязный. Мама забыла опять помыть. Да? Забыла мама помыть тебе рот. Дима грустит очень, грустит. Да? Ребенок, ты грустный? Мошки какие-то летают. Ребенок. Ребенок, ну чего ты? Это не больно. Как комарик. Цап! Один раз и все. Да? Грустный ребенок. Ребенок грустный. Дима. Ты какой сладкий, а? Какой сладкий мальчик. Ты такой сладкий. Да? Ты мамкин мальчик. Ты мамин? Дима мамин? Ты когда так смотришь? Никого там нет. Мы уже пришли, как всегда, на 40 с чем-то минут раньше. По пути помогли бабушке, купили у нее алоэ. Да. Нам, как правда, оно не особо надо. Такой вот алоэ тросочек. Опа. Тросочек маленький. Она сказала символическую цену ей дать. Ну, денежку. Я сначала подумала в голове 10 рублей. Рубль 10. Ну, дала ей 100 рублей. Она ой-ой-ой, типа много. Сейчас я вам дам сдачу. Говорю, не надо. Говорю, вам они нужнее. Ну, думаю, ну ладно. В принципе, нам не нужно алоэ. Ну, думаю, ей деньги нужны. Ей 100 рублей как раз понадобится. Сюда укладываю. Так, туда. Там они у нас лежат. Тут у нас бутылочка моя. Тут Димина. Да? А тут у нас каштан. Вот, он еще цветет, кстати. Хотела вам заснять, как они ягодки маленькие появляются. Но что-то я не могу найти никак. С тобой в тенечке будем. У нас плюс 20 сегодня. Даже 21. Да, сын? Кто там кричит? Мальчик бегает, кричит. Все он в майке, в шортах. А я подумала, у нас, смотрю, тучка идет большая и темная. Думаю, дай бог дождь ливанет. Дело ребенку потеплее. Чем ты раскачиваешься? Чего ты раскачиваешься? Ты не выспался? Да? Ребенок. Расскажи что-нибудь. Как ты сегодня спал, сладко, расскажи. Грустный ребенок. Ты спать собираешься, да? Раскачивается, Дима. Давай, тебя выпущу, побегаешь сейчас. Дима, да? Вот он, Дима. Как Дима идет? Никак записать не можем, да? Как Дима ходит? Как ходит Дима? Че, ты ее будешь держать? Она тяжелая. Тяжелая она? Сына? Тяжелая? Колясочка у нас. Квадратненькая, на. Ой, все смело. Давай в кулачок прячь, а я буду угадывать. Ой, какие кулачки милые. Вот этот. А, нет, не угадала? Ну-ка, вот этот, наверное. Ну-ка. Че, не угадала? Не угадала, мама. Да что такое? Какая мама невнимательная, а? Дима прям прячет. Да? Невнимательная мама. Короче, сижу я себе тут такая. Поела салатик. Вместо хлеба сухарики. Ну и думаю, сейчас я поем
конфетку. Вчерашний обзор у нас был. Открываю. А Наташа уже все съела, оказывается. Я даже не знала, что я уже все слопала. Это вот настолько шаловливые ручки, что я реально просто не знала. Я думала, у меня осталось как минимум штуки 3, 4, 5. Я помню, они оставались. Но я уже их, к сожалению, слопала. Остался еще вкусный чай у меня. Вот так вот. Вот так я ем конфеты. За один вечер и все, я все слопываю. Я не могу остановиться. Сладкоежка. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И пока-пока.